физическая после сборной? Ну, конечно, могло быть и лучше. И физическое, и психологическое. Ну, нормально, все уже. Это уже прошло. Уже надо делать выводы и продолжать. Сейчас главное в клубе задачи выполнять. Ну, вот эта неудача с матча сборной может повлиять на психологическое состояние перед матчем? Ну, все зависит от нас, какие мы профессионалы. Это жизнь, футбол, тут не все выигрывают. Конечно, неприятный осадок, но надо переключаться. Надо. Мы приехали в клуб, уже забыли сборную. Потом мы, когда соберемся сборной, уже разберем эту игру. А сейчас все мысли только здесь. Вы с Зарей в прошлом сезоне играли очень много матчей. Сейчас это немножко другая команда. Вот кто наиболее опасный в составе Зари? Я никогда не выделяю игроков по именам. То есть в целом команда не очень удачно начала, поменялось практически там много людей. Поэтому они ищут оптимальный состав, потому что у них тоже сейчас Евролига начинается. Поэтому они также хотят выиграть, также хотят показывать футбол, также хотят те новые люди, которые пришли, хотят доказать, что те неудачи были случайностью, поэтому будет сложная игра. Вы же где-то в голове держите, да, предстоящий матч против Наполи? Я нет. Еще это вам равно? Точно говорю. Нет, у меня сейчас зарядно. Ермоленко ушел из Динамо. Это ослабит главного вашего конкурента? Меня это не касается. То есть меня интересует только моя команда. То есть если мы будем показывать тот футбол, который хочет от нас видеть тренер, то есть никакой, грубо говоря, при всем уважении Ермоленко, нам не страшен, можно так сказать.